Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и, возможно, вы заметили, что в PES 15, которая вышла совсем недавно, графика какая-то блевотно-болотного цвета, все цвета и оттенки какие-то выцветшие, какие-то тусклые, словно мы играем в тумане. И, в общем, есть патч, который эту проблему решает, и благодаря этому картинка становится, ну, просто в разы симпатичнее и не так сильно режет глаз. В общем, как это сделать, как это поставить себе на комп и играть в уже адекватную PES. Есть группа, называется PES Zone, заходим в нее. Вот, мы уже в ней, мы в нее вошли. И сразу же на стене патч под названием Suite FX Patch Graphics Ultra. На самом деле он ничего такого кардинального не меняет, он не делает там графику современных консолей, он ничего не перейдет, он весит всего лишь мегабайт, так что чего еще от него ожидать, он всего лишь меняет насыщенность цвета, но благодаря этому, еще раз повторяюсь, график становится, ну, в разы симпатичнее. Вот, заходим на уже сам сайт, просто жмем скачать, это делается по одному клику, даже какой-нибудь орангутанг, мне кажется, с ним справится, уж тем более вы, молодое прогрессивное поколение, уж точно справитесь. Вот, потом это нам на рабочий стол скидывается, вот оно. После этого мы все это извлекаем все это в папку с игрой. То есть, так, секундочку, я вам объясню, вдруг вы не поняли, а то мало ли, бывают некоторые люди, которые и даже этого не могут понять, просто, чтобы уж совсем, вот, извлечь в указанную папку, C, я поставил в программ Files, вот уже сюда, так, где-то на моя PES, вот PES 15, окей, жмем, все, патч поставлен. После этого запускаем саму игру. Не знаю почему, но она у меня выдает вот такую-то ошибку. Вот смотрите сейчас, где ярлычок-то. Блин, что-то я потерял его. А вот он, все. Вот. Вот. Я не знаю, что это за ошибка, но если я покликаю раз 5 окей, то все становится нормально. В общем, ладно, сейчас зайдем в игру, я вам покажу, как изменилась картинка сама в игре. И вот мы видим, что даже в самом меню уже цвета изменились, они стали ярче, насыщеннее, и они больше радуют глаз. И давайте-ка сыграем буквально 10 секунд геймплея и убедимся, что и в самом матче все стало по-другому. Давайте-ка выберем какую-нибудь условную... Так, какую бы команду нам взять, так вот, для демонстрации. Опа! Чейзена. Очень нравится мне эта команда. И давайте-ка сыграем против легендарной Буркина-Фасо. Так. Разыграть жмем. И сейчас мы все увидим на деле, как все изменилось. Загрузка. Совет по игре, вот очень, очень любопытный. И вот видим, что, ну, совсем уже другое дело. Стадион стал ярче. Газон из какого-то, не знаю, блеклого, такого бледно-бледно-зеленого стал реально зеленым. И вот, собственно, началась игра. Вот, видно, совсем другое дело, как по мне. Вот, то есть, уже смотреть намного приятнее. То есть, вот видим то, что было раньше. Ну, конечно, говорю, ничего там не меняется, никакой анимации новой там не будет. То есть, просто другие цвета. Это намного симпатичнее и лучше. Ну-ка. Нет, ну ладно. В общем, вы поняли. Ссылка на патч будет в описании. Всем удачи.